Кирилл, для начала, конечно же, комментарий по прошедшему матчу. Ну, как комментарий, что опять проиграли вроде. Играли-то опять второй период, провалили, хотя мы договаривались, чтобы сыграли хорошо. А получилось опять все наоборот. Только опять пропустили голы, и в третьем периоде опять отыгрываться нам было вроде. Отыгрались, повели счет, и потом ошиблись и пропустили гол. Вот во втором периоде, почему так произошло, команда соперника добавила? Да, я думаю, что мы где-то расслабились все равно. Вальяжно сегодня играли, нам было жестче, наоборот, с ними быстрее играть, мы как-то успокоились. Это вопрос психологии или что? Да нет, я думаю, просто даже не знаю, как ответить. Психология вроде все нормально у всех. Я говорю, это не первая игра уже у нас так, второй период, когда плохо играем. Ну, первый твой хитрик КХЛ, наверное, эмоции зашкаливали? Ну да, приятно. Если бы выиграли, конечно, было бы вообще здорово. А так, конечно, приятно. Сегодня у папы день рождения еще учился так. Забил хитрик, и ему можно посвятить. Ну тогда поздравления? Не забрал. А? Поздравления для папы? Я уже поздравил лично. Да ладно, я вам все сказал. Шайбу не забрали? Не забрал. Даже не думал об этом, если честно. Ну вот когда дубль уже оформил, было принципиально вот как-то на хитрик. Ну, конечно, всегда охота больше, когда третью забиваешь, потом четвертую там и так всегда. С каждым голом все больше и больше же охота. Я думаю, каждому так. Сегодня получилось так, что даже с Сумарком сыграл. Вот как игрался, извини, с ним? Ну, каждому, наверное, игроку с ним очень приятно играть, здорово. Он все видит, там отдает передачи. В принципе, он мне сейчас зуму сам там обыграл, сейчас здорово я отдал. Я только осталось бросить там. Бросил, попал, повезло. Все, а так он все сделал, можно сказать.